Доброе утро. Служба новостей программы «Вести Магнитогорск» готова познакомить вас с первыми новостями дня. В студии Александр Киселев. Письма счастья получат еще почти 19 миллионов россиян. Напомним, извещение о пенсионных счетах уже разослано мужчинам в возрасте до 50 лет и женщинам моложе 45 лет. Теперь письма получат те, кому до пенсии осталось менее 10 лет и пока не участвуют в реформе. Подпись на письме распоряжений в пенсионный фонд можно заверить в 5 банках Челябинской области. Стоит отметить, что за работу, связанную с удостоверением подписи, банки с населения деньги брать не будут. Их труды оплатит пенсионное ведомство в соответствии с утвержденным Минфином тарифом. По 4 рубля за каждое обработанное заявление. Железная дорога предлагает пассажирам новогодние скидки. Так, на 31 декабря можно будет купить билет за полцены. К примеру, встреча Нового года в купе скорого поезда Челябинск-Москва обойдется в 1100 рублей. В обществе соседей по плацкартным полкам в два раза дешевле. В пассажирском будет стоить всего 674 и 356 рублей соответственно. Праздничные тарифы предусмотрены и для первых двух недель зимних каникул. Стоимость поездки останется на уровне января 2003 года, то есть чуть подороже, чем сейчас. Плакаты с информацией о кандидатах в депутаты Государственной Думы есть не во всех участковых избирательных комиссиях Челябинска. Напомним, в конце минувшей недели в труднодоступных территориях началось досрочное голосование. Поэтому не позднее этой даты участки должны были быть полностью укомплектованы. В Челябинске досрочно проголосовать смогут военнослужащие, которые охраняют химкомбинат «Маяк». Регистрацию предпринимателя Сергея Веремеенко кандидатом на пост президента Республики Башкортостан рассмотрели в Уфе третий раз. На претендента за агитацию подал суд простой житель республики. Рассмотрев заявление истца, Ленинский суд столицы Башкирии вынес определение, обязывающее приостановить процесс выдачи удостоверения кандидата Веремеенко. На заседании Центр избиркома Республики Башкортостан, на котором было озвучено решение суда, присутствовали и представители российской ЦИК. Они не усмотрели в процессе никаких нарушений. Стоимость прививки от гриппа на Южном Урале колеблется от 50 до 200 рублей. Как утверждают специалисты Центра госсанэпиднадзора Челябинской области, цена препарата зависит в первую очередь от страны производителя. Но сказать с уверенностью, какая из них лучше, отечественная или импортная, увы, не может никто. Правда, по словам заместителя главного санитарного врача Челябинской области Валерия Тарасова, сами эпидемиологи предпочли подставить себе импортную прививку. Объем забракованного алкоголя на Южном Урале вырос в 70 раз. Однако санитарные врачи предупреждают, что вред здоровью наносит не только фальсифицированный напиток, но и избыточное количество спиртного. Ежегодно в больницы попадает более 200 человек с алкогольным отравлением. Врачи отмечают, что хроническим алкоголизмом страдает 53 тысячи южноуральцев. Магнитогорский металлургический комбинат планирует вложить до 2013 года 1 миллиард долларов в развитие производства. Инвестиции компании в развитие производства за 10 предыдущих лет составили 1,5 миллиарда долларов. В планах Магнитогорского металлургического комбината довести объем продукции, поставляемой на внутренний рынок, до 65% против 50% на сегодняшний день. А директора социальных учреждений Челябинской области продолжают нарушать технику пожарной безопасности. На окнах устанавливают не открывающиеся решетки, а новые огнетушители прячут в шкафах под замком. Между тем, только с начала года в школах, больницах и садиках зафиксировано 105 возгораний. Один человек погиб. Виной тому, как правило, неисправная электропроводка или умышленные поджоги. И все же пожарные отмечают перемены к лучшему. Так, по словам начальника по делам ГО и ЧС Олега Климова, преподаватели школ стали больше уделять внимание обучению детей правилам безопасности при эвакуации. А в детской картинной галерее открылась выставка под названием «Профессия художник декоративно-прикладного искусства». Здесь представлены работы студентов художественно-графического факультета Магнитогорского государственного университета по трем специализациям – текстиль, керамика и металл. Это декоративное панно и картины, текстильные композиции, роспись по шелку с использованием перфорации, а также гончарные изделия, керамика, декоративные вазы, сувениры и ювелирные украшения с использованием поделочного камня. По словам организаторов, главная цель выставки – познакомить молодое поколение с теми специальностями, которые есть на факультете. Выставка продлится до 3 декабря. На очереди информация центральной диспетчерской службы «Жилкоммунсервис».
В связи с ликвидацией повреждения сегодня прекращается подача электроэнергии с 8 до 17 часов по улицам Дружба, Суворова, Правда. С 8.30 до 15 часов планируется отключение горячей воды по труда Карла Маркса Жукова. С 9 до 16 часов без холодной воды останутся жители дома номер 40 по улице 50 лет Магнитки. С сегодняшнего дня до 5 часов вечера завтрашнего будет прекращена подача горячей воды по улице Карла Маркса. С 24 ноября по 28 ноября ежедневно с 8 до 16 часов будет прекращена подача электроэнергии по улицам Чайковского, Прокатная, Красина, Глинки и в поселке Некрасово. Это вся информация к этому часу. За развитием событий следите вместе с программой «Вести Магнитогорск». До встречи. Спонсор прогноза погоды – страховая компания «Аска». «Аска» – гарантия вашей стабильности. Сегодня днем синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, снег, слабые метели. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температуру воздуха от 6 до минус 11 градусов. Спонсор прогноза погоды – «Челиндбанк». «Челиндбанк» – ваш надежный и верный партнер.